стан тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів не на жарт хвилює миколаївців. Тож ми вирішили поцікавитися у жителів Заводського району, що ще потрібно зробити для вирішення проблеми. В этом году нам сделали проезд, въезд во двор, сделали латочный ремонт. Если бы у нас народ немножко был покультурнее, заезжают через вот эти вот поребрики, ну куда ж, понимаете, просто жалко. Ну, воспитать народ очень сложно. У нас не вистачає доріг, дівчата на каблуках до маршрутки не можуть дійти. Я даже не помню, до кого ми зверталися. Ну, тут сделали пешеходную дорожку, тут бордюры поправили. Там. Мы попросили, опять же, Бориса Козыря, вот нам сделали, приехали подрядчики, нашу внутриквартальку заасфальтировали, сделали как положено. В принципе, у нас претензий нет, только благодарность. Сейчас намного лучше, я смотрю. Были такие вибоїни, которые тут позаделывали, все. Ну, сейчас лучше. Трошки зроблені, ось буквально рік тому нам зробили, навіть, напевно, півроку нам зробили трошки дороги, і це вже значно полегшило життя, і ще хотілося б, щоб допрацювали. У нас у СББ ми стараємося вже самі, ну, хотілося б і допомоги, тому що дома взяти просто в побитому стані. Ну, благодаря Борису Козырю, мы обратились к нему, я обратилась к нему через соцсети, нашла его в Фейсбуке, просто написала ему, просто попросила его помочь. И я была очень удивлена, приятно при этом удивлена, том, что он буквально в течение 10 минут дал мне ответ. Внутрішньоквартальні проїзди у вас зроблені взагалі? Да, у нас хорошо сделан по двору этот, сделали дорогу такую. В прошлом году у нас заасфальтировали хорошо. Все шикарно. Все довольны. Вы, как пешехід, мабуть, звертаєте увагу на тротуар. В якому вони стані? Ну, по коленкам можно посмотреть. Коленки сбиты, заживают. Да? Тестировщик. Ну, депутаты и влада, это все, по-моему, у нас вместе. Их разделять, это не очень разумно. И держава, и міська влада, и депутаты. Если бы вместе это все работали, то, наверное, у нас бы такого занепада не было. Думаю, что у державы есть вопросы поважнее, а городская власть все-таки должна. Ну, совместно с жильцами, потому что без жильцов куда? Никуда. Жизнь налаживается, хочу вам сказать.